Ребята, мы идем кататься на самокатах. Будем по асфальту осторожно кататься. Вот. Чебуреки поели, с чаем попили. Вот. Я наелась, короче. Сейчас открой мне дверь. Тишина. Сейчас открой мне дверь. Мы потом их покатим, погибли. Я буду в яхту, пока ты хэнд. Наверное, да. Давай, не телефон. Зачем? На кого-то. Давай, давай, снимай меня. Я выписаю. Я пока просто иду, чтобы просто поснимать. Короче, идем обратно теперь. Задом идем. Могу идти. Это нафиг нас знает, я ты снимай. Не питается бы это все. Итак, что ты делаешь тогда? Ну это кошки. Зачем ты мне это сказала? Там кто-то нас ходит. Зачем ты мне сказала? Кто-то ходит там. Да. Пойдем, пойдем. Нет, помогать я не хочу. Тупи, у нас там кто-то ходит. Так, я не беру, пойдем. Пойдем. Самокаты-то я не взяла. Пойдем посмотрим, кто там ходит. Как-то страшно. Всем доброй ночи. У нас время уже первый час, да, наверное? Не знаю. Или второй час уже, короче, не знаем. Мы помылись в бане, маленькие помыли, все спят. Я сейчас хочу пожарить себе яичко с колбаской, потому что ты весь день бегаешь, и путем даже ничего не поела. В оконцовке получается. Девочки мне помогают убирать все на кухне. Завтра будет на кухне у мальчика в комнате. И в пристрое менять брус, вставлять окна. И потом уже начнется самое приятное. Это всего ремонт. Да, Света? Мы ждем этого просто. Вы даже не представляете, как. Спасибо всем за вашу поддержку, что вы написали очень хорошие комментарии. Я читала комментарии под фотографиями. И осталась очень довольна, за что я вам очень-очень благодарна. Я сейчас пытаюсь пожарить себе колбаску с яичком,
чтобы хоть что-то перекусить. Я сегодня тушила картошку. Немножко, буквально пару ложек съела. И дети быстро всю кастрюлю. Вообще ничего не ели. Ты не успела, что ли? Нет. Кто-то успел, кто-то не успел. Ну, кастрюлю большую варила, и все съели. Кости есть не стали. Как бы я их не приглашала к столу, они не стали кушать. Не знаю почему, но вот и многие удивятся, да, почему вы не снимаете рабочих. Да потому что, ребят, меня попросили не снимать. Они когда пришли, они сразу сказали, без съемок. И поэтому я сказала, да, все, ребята, без разговора, съемки я их не буду снимать. Буду снимать, когда их не будет рядышком с окнами, тогда я вам поснимаю что-либо. А так не буду. Поэтому уж извините. Вы, главное, видите результат, то, что у нас получается. У меня что-то челка дыбом стоит после бани. Волосы уже высохли. Ванечка спит, Марина спит, Катюша спит. Света себе косички заплетает, хочет завтра быть кудрявой. Я себе жарю колбаску сейчас с яичком. А, Катюша не спит. Катя не спит. Снежа с Кристиной тоже сделали? Все сегодня утром уже сделали. Mm-hmm. У них уже 2 дня. Так что вот такие. Я стараюсь выкладывать чаще всего фотографии в Инстаграм. Так что, ребята, ссылочка на Инстаграм останется в описании. Проходите и подписывайтесь туда. Там фотографии я по ремонту чаще всего выставляю. Сегодня я выставляла прям туда. У нас, правда, днем сегодня Wi-Fi не было, но завтра Wi-Fi будет, так что буду туда фотографии кидать. Подписывайтесь на канал. Ой, тьфу, на Инстаграм. Чё, Катюш? Иди ложись, спи. А сколько время, кстати? А, 16 минут первого. Так еще, оказывается, не так поздно. Я думала, уже много. Знаете, ребята, вот я... Мы баню затопили 8 часов вечера, да, наверное? Mm-hmm. Я легла, у меня так сильно голова заболела, я легла. Я уснула. Я давно так не засыпала крепко. Я просто уснула, и я до 10 спала. Потом вот меня разбудили в баню, да что надо было баню, да сейчас вот кухню все убирать. Поэтому вот так вот. Ладно, дорогие друзья, сейчас пожарю, поем и будем прибираться. Всем доброе утро. Марина, скажи здрасте. Здрасте. Ванечка, ты скажешь привет? Да, мы в садик идем. Бежим, бежим, бежим в садик. А потом мне надо бегом, бегом, бегом на кухню все дальше делать. Вот такие вот дела. До 3 часов ночи не спала и все. Ой. Рано встала. Что там опять такое напихали? Всякую ерунду. Ладно, идем. Продолжаем ремонт. Освободили комнату у мальчиков. Мебель пока сюда поставили. И сейчас будут ломать комнату. Знаете, в чем, ребята, прикол? Вот пошла я сегодня в садик. А нас не приняли в садик, потому что сегодня... Садик, оказывается, не работает, и нам никто не позвонил, не предупредил, ничего не сказал, что садик не будет работать. Вчера кто, какие группы работали, те в курсе были, а у нас садик вчера, наша группа не работала, и нас не предупредили. Я сегодня зря с детьми сходила до садика. И не одна я, там еще женщины пришли, которые до калитки увидели объявление и домой пошли, все недовольные. Ну ладно, ребята сейчас спят, мы продолжаем дальше ремонт. Ребята, мужчины пришли, будут сейчас ломать, все делать. Я вам частично буду показывать, но из-за того, что они не хотят сниматься, уж извините. Придется так. Я немножко уставшая, спать хочу. Уснула, потому что в 3:15 и встала где-то без 15:07. И вот в таком состоянии. Ну ничего, зато у нас ремонт, и я очень рада. Сейчас покажу, в каком состоянии моя кухня. Окно уже одно открыли, выглядит в целом. Да, ребята, страх, боже, окно открыли, смотрите, какое окно. Ну, мы сейчас его ломать будем, и я довольна. Будет у меня тут новое окно стоять, тут будет новая кухня стоять, стол будет, все будет на месте, и будет классно. Вот так вот там. Вот в целом вот так вот. Знаете, сколько лет здесь не делался капитальный ремонт? Больше 10 лет. Ладно, делаем ремонт. Все, ребята, днем ставили еще окно. Но вот некогда было показать. Вот так вот оно. Это я вам показываю в кухне. Вот это. Кухня поставили окно. Сейчас покажу в других комнатах.
Вот так вот выглядит у мальчиков комната. Прошу извинения. И вот там вот у нас окно. И здесь мы уже отрезали батареи. Будем убирать вообще батареи. У нас батареи дома не будет. Вот такое вот окошечко у меня здесь. Завтра покажу с улицы. Сейчас пойдем с вами в пристрой. И вот так вот, ребята, в пристрое у нас окно. Ура! У меня в пристрое теперь окно есть. Сегодня пока открывать нельзя. Ну, там завтра скажут нам. Наклейки мы уже, по идее, поснимали. Но оно все равно еще грязное. Вот так вот. Завтра еще придут вот эту вот обделку все делать. И вот эту вот дверь будем завтра ставить сюда. Сейчас у нас тут полный пипец. Разруха, все, мебель стоит. Шушек наш стоит здесь. Суска, а чего у тебя дверка так перекошена? Девочки, видимо, да, открывали. И перекосили дверь-то. Так, ладно, сейчас сделаю. Тут у нас шушки стоят. Здесь одна единственная крыска, которая у нас. Сюсика. А, Сюсика. Ладно, сейчас дверку сделаю потом. Или вам показать просто их пока. Да? Шушки? У них большая клетка, видите? Вот она до самых окон. От пола до самых окон. Это тут две шушки сидят. Да, шушка? Чугуляем. На, сейчас дома печку затопить. Дома прохладно. Света пришла. Свет не трогать нельзя, пока пену трогать. Ладно. Соски, вам хорошо на улице, да? Здесь попрохладнее, но в пристрое это попрохладнее. Завтра еще дверь поставят, обделку сделают. Где? Вообще классно сделают. Где? Вот это железная дверь. Где? Где? Мама. С голой, с косиной, все же. Такие для Убираю, ребята, вот этот весь стройматериал. Уже большую часть вынесли, что от стенок, видите. И вот не знаю, что мне теперь со стеной делать. Ребята, которые вставляли окна, говорят, добивай всю стену, вот эту вот штукатурку, потом фольгу и гипсокартоном. Но у меня по деньгам уже не хватит. И не знаю, что, ребят, делать. Тут, по идее, кухня встанет новая. И вот не знаешь, как быть. Советуйте. Предлагайте батареи, это завтра муж уберет все оттуда, вот все отпилит, все это уберет, батареи здесь вообще не будет. Затопила я, кстати, печку, чтобы тепло дома было, а то дома прохладно. Сейчас вот это вот остатки поубираю, затру все здесь, чтобы хоть немного более-менее было в порядке, потому что дети все-таки дома, чтобы пыли не было такой сильной. Ой, господи. Ну, я довольна окном, вот. Вот такое вот окно. Окно пока запенили. Сейчас будет внутреннюю. Потом под... Мне сначала, видите, вот это вот все надо сделать. Обделку все вот это вот ремонт. А потом уже только будут подоконники делать, наличники. И вот не знаю, к чему мне как и быть вообще. Вот. Буду в интернете потом смотреть что-то ночью. Как мне быть. Ну, тут вот брус-то хороший был. С этой стороны дома, получается, брус не меняли. Завтра я утром вам все покажу, какой там брус, что там. Ну, вот батареи будем все убирать, отопление, потому что у нас нет, будут печки чисто. Вообще в будущем хотим котел сделать свой, как думаете? Пишите, от котла будет отопление вообще в будущем, как бы планируем, но это когда будет еще неизвестно. Ладно, убираю дальше.